Часть ремонтных работ на Змеиногорском сделали еще в прошлом году. Это участок от Иванесова до Горнолыжной. Нынче ремонт продолжили. Теперь уже до Южного тракта. Подрядчик ДСУ-4 ремонтировал Змеиногорский 13 лет назад. Срок солидный. Эта же компания вернулась сюда в 2021. На всем протяжении было заменено асфальтобетонное покрытие дороги. С одной стороны, на которой вот мы сейчас стоим, был полностью обустроен новый тротуар с велодорожкой протяженностью 2,6 километра. И с левой стороны проезжей части там 1,3 километра был тротуар проложен новый. Змеиногорский – одна из ключевых улиц города, в том числе и потому, что здесь расположено 11 медицинских организаций, в том числе краевая клиническая больница, онкодиспансер, перинатальный центр ДАР. Там оказывают и экстренную, и плановую помощь пациентам. Отремонтированный Змеиногорский позволяет одним горожанам добраться до места лечения, другим – сохранять здоровье, занимаясь физнагрузкой. Всех жителей и сотрудников Нагорной части города, в том числе и перинатального центра, появилась возможность во время работы, как только ты едешь на работу, во время этого заниматься спортом. Можно сесть на велосипед и доехать до рабочего места. У нас в центре такие сотрудники есть. На ремонт тракта потратили 229 миллионов рублей. А всего в этом году на разного рода ремонт и реконструкцию дорог Барнаула из бюджетов разных уровней выделено 3,5 миллиарда рублей. Это беспрецедентная цифра, говорят власти. Поэтому и объем работ впечатляет. Суммируйте сами. Это 19 дорог по нацпроекту, 5 дорог по проектам жилье, городская среда, социально-экономического развития Алтайского края. И в рамках городского бюджета 27 дорог частного сектора, которые будут заасфальтированы, ну, по сути, приведены тоже в такое комфортное нормативное состояние. Кстати, санкции практически не повлияли на дорожный ремонт. По словам Антона Шеломенцева, всех подрядчиков удалось сохранить. Кроме Змеиногорского тракта, в рамках нацпроекта работы уже полностью завершены на 4 участках. Западные 11, 12 и 13, а также на Германа Титова. Татьяна Голубева. День с толком.